Всем привет, и мне пришла посылочка с компании Deco. Это шуруповерт. Стоила она где-то 3 с чем-то. Ну, там в зависимости от комплектации цена разная. Видимо, такую вот красивую коробочку. Так, итак, смотрим, что имеем, что не имеем. Все очень красиво выполнено, очень красиво упаковано, имеет свои логотипы. Так, мне уже не терпится его открыть. Как правильно его открыть? Это коробка. Красивый. Вытаскиваем. Опа! Все ненужное убираем. Ох, и видим и так вот такую вот красивейшую коробочку Deco. Снизу видим не совсем такие, не знаю как сказать, удобные крепления. Ну, в смысле, как быть удобное. Кажется, что они вот-вот рассыпятся. Так, ну ладно. Это не столь важно. Переворачиваем наверх. И открываем. Блин. Может, я не знаю, как открывать. Новая система, что ли? Противоугонная. Нет, все правильно. Так. Повернуть еще эту. Та-дам! Та-дам! Так, я поверну камеру. Поверну камеру. И мы увидим. Та-дам! Так, ну, сразу скажу, что сверло, мне кажется, придется менять. Они не по бетону. Что-то по дереву. Да. Ну, в принципе, зато есть куда что ложить. Дальше. Видим инструкцию. Сам такой шуруповертик. Тоже хорошая вещь. Зарядочка. Так. И что мне интересно, я, по-моему, заказывал на 16 вольт. А мне пришло 12. Вот это мне уже интересно стало. Комплект был на 2 батареи, как я помню. Но я проверю, напишу в комментариях, это было так или нет. Шуруповерт очень такой... Больше похож на пистолет, чем на шуруповерт. Так, убираем стопор. О, вот как конь прям. Так. Видим, что имеется фонаричек такой. Типа, чтобы в темноте светить. Ладно, попортим свой столик немножко. Все равно его менять собираюсь. Еще попробую вытащить.
Их прям туда заколачивали. Так. Нет, неправильно. А, тут здесь еще шурупчики мне привезли. Далее. Типа, пользуйся на здоровье. Че, закрутим один? Я думаю. Не совсем стандартное взял. Не то, что нужно сверло, это сверло. Насадка. Не для этого. Да ладно, ладно. Как хорошо. Ой, блядь, я уж испугался, друзья. Поэтому лучше затягивайте. Ох, это мне уже не нравится. Не хватает мощи. А ну, первая скорость. Так что... Все, не хватает. Друзья, это не есть хорошо. Это очень не есть хорошо. Так, смотрим. Тут же еще скорости есть. Какие мы? 18-я скорость. Может быть, на первой скорости не хватало мощи, но... Вот это теперь то, что надо, друзья. В принципе, я думаю, он все тянет. Для своих денег он вполне такие себе красивенькие, удобненькие. Сзади такая пластмассовая это и батареечки, что мне нравится, удобные. Я думаю, они так должны сниматься, да, как на пистолете прям. Вторая батареечка, видим, имеются индикаторы. Ну вот единственное, что я не помню, я, по-моему, заказывал на 16 вольт. Потому что 12 я не хотел. Ну, как бы, чтобы больше были батарейки, это. Так, в принципе, вещь очень хорошая. К тому же мне понравилось, что у меня есть хороший такой набор. Но даже если он и кое-что придется менять, все равно можно... обнулить на более лучше. Поэтому я доволен своей посылочкой. У кого есть вопросы или комментарии, пишите. Всем большое спасибо.